мировой войны. Да. Потом она обрушала здание и пришла в непригодность. Здесь в основном располагались определенные кабинеты и комнаты медицинского университета в основном преподавали. Но это кузница кадров здравоохранения. Мы отреставрировали полностью здание, и сейчас здесь реабилитационный центр. Земельный участок подарил современный. Вот в каком ракурсе мы отреставрировали здесь имена наших ведущих фигуров, которые в свое время здесь основали, мы их всех здесь отметили и увековечили. Мы отреставрировали на таком уровне, что это здание для одного профессионала сегодня. Полностью здание мы практически разобрали, остался только экстерьер. Здание укрепили снаружи и изнутри собрали рубашку. То есть совершенно новое здание внутри. Пожалуйста. Здесь трущобы будут. Да. Ребята проходят операцию. Здесь определенные, значит, у нас станки, которые позволяют разрабатывать движение в невесомости. Там антигравитационная, значит, наша установка, которая позволяет снижать уровень гравитации на земной пространстве. Прикачивается воздух, он практически наступает невесомость. Он не ощущает тяжести тела. И камеры сразу регистрируют полностью все движения. Это, значит, специальный аппарат, который нагрузочный тест использует. Кардиологи используют, и спортсмены вообще не тестируют. Прошу. Все это здание было отреставрировано, оснащено, сделано без проекта, без бюджета, без разрешения. Все родилось от идеи до подключек в 8 месяцев. Какие-то нереальные сроки. Да, и вместе с нами профессора работали, и студенты работали. То есть все делалось на таком едином. 18-й год мы открыли 28 января, день армии. И наши завтра. Самый дорогой, который есть в мире, 60 метров аппарата, 90% снижает тяжесть тела. И полностью регулировать все движения. Он не просто подвес, он снижает тяжесть. Капитан, ты майор? Там на коляске его делают специально страховочную подвеску, что это очень важно, то есть, чтобы второй травмы не было. Аппарат позволяет отрабатывать шаг даже от ходьбы к сигналу идет головному мозгу. Он отрабатывает шаг. Сейчас мы на протезах поставим на ноги и будет отрабатывать уже ходьбу.
Sure.